Житель подмосковной Каширы 3 февраля шел на работу, но, неудачно упав, отправился в настоящий тур по больницам Подмосковья. В местный стационар он попал с переломом ноги. Там же спустя некоторое время пережил и инсульт. Травма, все это, психологический настрой, все, это очень повлияло. Стресс такой ужасный. Как известно, беда не приходит одна. Кроме внутрисуставного перелома и инсульта, экспресс-тест выявил у мужчины COVID-19, после чего пациент был экстренно переведен в многопрофильный коронавирусный стационар Видновской районной клинической больницы. Операцию на голени мужчине делали уже здесь. После проведенной подготовки был соперирован, была установлена интрамедулярная металлоконструкция с учетом его перелома, непростого, внутрисуставного. Сейчас послеоперационный период проходит благоприятно, прогноз благоприятный. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой. Врачи очень хорошие, внимательные. Вот операцию сделали, я считаю, очень удачно, грамотно. Медики замечают, что длительный предоперационный период не повлияет на дальнейшее сращение перелома и восстановление опорно-двигательной функции пациента. Александра Столярова, Елена Кошелева. Видное ТВ.